Всем привет! Только что забрал посылку с почты. Поможет посылку мне открыть моя дочь. Ну давай, дочь, открывай. Решила немножко разнообразить свои видео. Теперь посылки будет помогать открывать мне моя дочь. Давай, вот так убери. Угу. Немножко вот так вот. Вот. Пальчики оттуда убирай. Так. Ага. Вот. Потом здесь вот так. Оп, пальчик убирай. Так, держи, держи нож. Так, теперь здесь. Оп. Так, ага. И вот здесь. Отрезай пока. Посылка пришла из города Екатеринбург. Того человека, который мне ее отправил, зовут Анатолий. Здесь лежит полезная штуковина для моей работы. Все, молодец. Давай, открывай, посмотрим, что там внутри. А внутри здесь лежит такое приспособление, называется циклон. Это получается такая штука, которая отделяет мусор от воздуха, ставится на пылесос. О, пришла вот какая-то интересная штучка. Это с Ганза, наверное, да, жетон. Сайта Guns.ru. Полезная, прикольная штучка. Ладно, потом с ней разберемся. Ну и самое главное, что пришло. Так, на что эта дочь похожа? Скажи, на что похожа? На улитку? Или на что? На улиткин домик, да, похоже? В общем, смысл какой? Сюда цепляется бак с мусором, для мусороприемник, то есть вход, выход под пылесос стандартные. И получается, за счет того, что создается завихрение, мусор проходит сквозь вот этот вот раструб и попадает в бак. Так, дочь, на что похоже-то? На улиткин домик, да? Улиткина игровая площадка. Вот, эта площадка будет собирать мусор, потому что пылесос, который у меня есть, уже начал практически ломаться. Я думаю, эта вещь будет очень полезная. Пообщавшись с Анатолием, он сказал, что достаточно такая востребованная штуковина. И вот он мне ее продал. Так, ссылка на адрес электронной почты будет под видео. По этой штуковине будет еще видео в процессе работы, когда я ее установлю. Посмотрим, как она будет работать. То есть, помогает она реально, не помогает. Вот. Всем спасибо за внимание. Ой. До новых встреч. Пока. Дочь, скажи пока. Пока.